Доброго здравия! Здравствуйте! Как звать? Меня зовут Марина. Я японка, артистка балета. Живу в Москве уже 14 лет. 14 лет, артистка балета. Мне вспоминается знаменитый фильм, где тоже артистка балета, тоже в России. Но там он закончился печально, потому что радиация, которая была в Хиросиме и Нагасаке, повлияла. Знаменитейший фильм, не помню название, к сожалению, но прям душещипательный. Совместно Советский Союз и Япония снимали его. Вот мы, может быть, коснемся этой темы, но я сейчас хочу спросить, здесь что происходит? Формы? Да, вот здесь что происходит? Хочу, чтобы вот это прозвучало из ваших уст. А, да? Хорошо. Сегодня в нашем отделе пригласили иностранцев, нас иностранцев, кто живет в России уже долгое время. И мы рассказали своим впечатлениям, как мы здесь, в России. Так, и какие впечатления тут были донесены? Ну, большинство все вот там довольны. Я так и поняла, что вот там все любят Россию, поэтому мы живем здесь. Хорошо. Вот этот форум посвящен подготовке форума, который будет в Санкт-Петербурге проходить этим летом. Июня, да. Там будет разговор про культуру, про образование, про новые стремления, про то, как этого всего достичь. К этому форуму имеешь какое-то отношение? Да, вот там я сама лично, да, занимаюсь балетом, поэтому к искусству, к культуре, конечно, есть большой интерес. Что можно сказать о современной России? Вот 14 лет жизни в России, это все-таки уже достаточно большой срок. Та Россия, которая была вот в момент приезда, и Россия сейчас, какие-то изменения почувствовали или то же самое все, что и было? Ну, конечно, я не знаю СССР. Я уже знаю, вот там, после 2010 года, да? Да. Конечно, стали удобнее, комфортнее жить. Ну, немножко подороже стали, я знаю, потому что, когда я только приехала в Россию, метро стоило 28 рублей за одну поездку. А сейчас 54 по тройке, да? Поэтому это стали дороже. Но это везде, всему миру так. Но зато вот там расширяли метро, даже расширяли Москва, я знаю, вот это, раньше была только одна кольцевая линия, а теперь вот там большая кольцевая, и замка тоже вот там можно считать Москва, да, и поэтому все расширились. К уровню Японии подбирается Москва с точки зрения технологических вопросов? По технологиям мы приближаемся к японскому уровню развития? Ну, в смысле, вот там, я не говорю, что, ну, я понимаю, что вот там автомобили и это, да, японская техника сильная, но мне нравится русская техника и русская жизнь тоже. Хорошо. А что можно пожелать нашим радиослушателям и зрителям, которые сейчас смотрят? Может быть, есть такой взгляд из Японии, чтобы сказать, друзья мои, вот, будьте вот такими, да, там, живите вот так. Какое-то пожелание есть? Да, конечно, есть, да. Да, я хотела сказать, что я знаю, что здесь такая прекрасная страна. Я слушаю много мнений, что хочется приехать в Японию, хочется жить в Японии. Это тоже приятно слушать, да, вот там приезжайте хоть пару раз, но я могу сказать, что быть уверены, гордитесь, что вы здесь. И Россия – это уникальная и прекрасная страна. Благодарю за очень теплое пожелание. Да. У нас в России говорят в таком случае – быть добру. Да, быть добру. Счастливо. Да, благодарю. Спасибо.